каким быть новому Мурманску. Вместе с архитекторами это решает и главный художник города Валентин Алексеевич Алексеев. И решает не только за столом кабинета. Поставить дома так, чтобы они гармонировали с окружающей средой, были открыты и солнцу, и морю. Валентин Алексеевич знает и любит свой край, находит красоту в неприметном, обыденном. В Мурманске была открыта выставка работ художника. На своих полотнах Алексеев изображает суровую природу Заполярья, мужественных людей, своим трудом преобразующих этот край.